Общественных пространств становится все больше. В Первомайске благодаря программе формирования комфортной городской среды, национального проекта «Жилье и городская среда» после комплексного благоустройства открыт сквер памяти и славы. Здесь увековечены имена людей, внесших значительный вклад в историю и развитие района. На всей территории сквера установили современное освещение, лавочки и урны. Была высажена живая изгородь, из кустарников разбиты цветники и клумбы. Масштабное благоустройство продолжается и в парке Майский. И речь идет о площади в 12,5 гектаров.